Волгоградское отделение Сочинского курортного объединения создано в 1999 году. Потом ООО «ОСК» расширило свой туристический потенциал, стало туроператором и стало работать по всей России, в основном в Волгограде, по приему групп в Волгограде, по обслуживанию, экскурсионному обслуживанию, по приему детских групп. В 2020 году мы выиграли грант Ростуризма. И в 2021 мы его осуществили. То есть это был грант на создание передвижного туристического информационного центра «Альтернатива». Это микроавтобус «Газель», который оборудован под офис для работы с клиентами. В этом году мы выиграли две субсидии. Одна субсидия называется «Волгоград для тебя». Это организация групповых экскурсий по Волгограду. В рамках этого мы придумали новые групповые маршруты от вокзала до вокзалика, где живут деньги и другие, которые пользуются огромным спросом. Сборные групповые экскурсии не проводит никто. Вторая субсидия у нас на информационные стойки. Это стойки, которые сейчас стоят в гостиницах. Это «Волгоград», «Интурист», «Южная», «Хилтон», «Космос» и «Турист». Эти стойки позволяют найти себе экскурсию индивидуальную и групповую, заказать ее, оплатить через эту стойку и получить эту экскурсию. Мы сразу видим, что с такой-то гостиницы пришла бронь, и на эту бронь реагируем. Компания «ВОСКО» разработала проект «Виват Волгоград» и его реализовала вот на таких красивых информационных терминалах. Эти терминалы установлены в гостиницах нашего города, где каждый гость, который приезжает в наш город, может с легкостью заказать групповую и индивидуальную экскурсию. Этот проект был разработан для того, чтобы гость с легкостью мог по очень интересной цене заказать экскурсию. Вам только нужно нажать на кнопочку «Бронировать», выбрать, сколько гостей будет на этой экскурсии, и вуаля, вы уже на экскурсии. Мы являемся партнерами компании «ВОСКО» и реализовываем очень интересные проекты для нашего города. Смогли создать очень интересный дизайн тех самых открыток. Мы взяли 10 базовых, самых значимых объектов Волгограда и добавили к ним еще не менее значимые объекты на открытке, которые, собственно говоря, человек может посетить. Формируется действительно желание, поскольку они в едином стиле, эти открытки коллекционировать. Карта, которую мы практически с нуля полностью нарисовали, со всеми объектами, прорисовали на этой карте там 7 различных маршрутов, в котором действительно человек в будущем может выбрать интерактивно, какой из них для него более предпочтительный, выбрать, приобрести его и пройтись по нему. У нас большой коллектив экскурсоводов в штате. У нас есть свой транспорт. Это большой автобус и 2 маленьких минивена. И есть люди, которые это все осуществляют, потому что команда очень слаженная. Я там, где мне интересно. В этой профессии в данный момент есть стимул к развитию, есть возможность совершенствоваться. Поэтому, конечно, для меня важно быть в гуще событий развития туриндустрии города. Ты можешь попробовать себя дизайнером, ты можешь попробовать себя художником, ты можешь воплотить свою мечту в оформлении не только карты, открытки, также написать сценарий квеста. Что же, собственно говоря, можно еще интересного найти в Волгограде? Ибо город у нас, как всем по большей части известно, казалось бы, одного события, но ведь на самом деле это не так. В новых маршрутах моим, скажем так, экскурсионным направлением стала экскурсия от вокзала до вокзалика, как экскурсия на Волжскую ГС и город Волжский, а также, с другой стороны, в Старую Сарепту и Красноармейский район, что, естественно, буквально под собой подразумевает весь Волгоград. Чтобы оставаться, да, в тренде, нужно не просто быстро двигаться, да, нужно бежать.